меня была запланирована поездка в приют. Приют находится от моего дома 100 километров. Дорога иногда занимает 2 часа. Я привезла кое-какие посылки из Москвы. Несколько часов провела в приюте, снимая собак для роликов и публикаций. А затем меня ожидал сюрприз. Лиля любезно попросила меня отвезти собачку в новую семью. Собачка, говорит, была пристроена с твоего канала. Вот и отвези ее. Посмотри, куда она переезжает. И я радостно согласилась. Вот эта малышка сегодня уезжает домой. Девочка, ну что, сажай ее в переножку. Все, малышка, все, моя хорошая. Сейчас ты в теплой машине согреешься, не нервничай, все будет хорошо. Мы домой едем, маленькая. Ты уже в машине, девочка моя, и мы едем домой. Я буду с тобой разговаривать. Все, все, успокойся, моя красавица. Просто разговариваем. Вот и моя красота. Так. Ты бы села спокойно или легла бы? А то я тормозну, поедешь вместе с будкой своей назад. Ну вот новые хозяева нашей. Ой, Господи, малышки. Она сначала нервничала, но сейчас успокоилась. У нас там собаки. Вынимайте. У нас там 5 штук тоже. Разворачивайте. Моя хорошая, ты где там, девочка? Симпатяга такая, да. Ты же моя, а как открывается, я не знаю, у нас такой перенос. А я тоже не знаю. Дети, ты моя маленькая, дрожит, дрожит девочка. Ну дрожит, конечно, для нее стресс и дорога. Конечно. Ну так, наверное, как-нибудь. У нас тем более все кобели, собачки, они в принципе добрые. Такие. Ой, я не знаю. Вылезай, маленькая. Вылезай, красавица. Иди ко мне, моя. Осторожно, хорошая. Чтобы она не сбежала. Иди на ручки, сбежала. Моя маленькая. Господи. Обкакала, скажи. Да. Ну да, поэтому давайте. Она там такая переживала. Хорошая. Ну что ты боишься, маленькая? Ну, сердечко так бьется. Ну, конечно, бьется. Ну, стресс для нее. Дорога. Да. Вот семья, в которую приехала наша девочка. Да, серьезные такие собаки. Спанильки, что ли? Кавалеры. Все стерилизованные? Ну что? Когда собак не видели, что ли? Ну, познакомься. Придется вам дружить. Да. Скажем, мы всегда там будем рядышком, да? Да, моя хорошая? Ну что? Пускаем ее на пол. И не рванет никуда, но у нас везде забор. Ну, куда она рванет? А нету поводка? Иди погуляй. Думаю, что не рванет. Она такая крошечная, ё-моё. Да, она меньше, чем эти. Я даже не видела. О, побежали. Обнюхайся, маленькая. Ухажёры побежали нюхать. Обнюхайся. Собачки, дай погулять. Ну да, ей же тоже надо. Надо в туалет же ей надо сходить, конечно, после дороги. Молодец, Нелли, молодец. Нелли будут ее звать? А мне написали, что она Нелли. Мне Наташа написала, что она Нелли. Нельзя. Ясно. Так, сейчас я... Ну, вот такая вот семейка. Прекрасный двор. Хорошие условия. У нас еще в деревне большой участок. Ну, замечательно. Травку ест. Живут к нам немножко. Ой, ты моя золотая. Ну, она уже освоилась. Сидор. Дурака, вот этот говорит. Бродяжка, вот этого подобрали? Да, этого подобрали. И, ну, спокойный парень, хороший. И в доме у нас спаниель тоже подобрали. У нас только вот эти вот со щенячьего возраста. Остальные все подобраны. Виктория, и вот еще бензин, один. На бензин вам. Персик, нельзя так себя вести, нельзя. А что он делает? Она играется. Ой, вот это какие красавцы, да. Какие здесь живут. Маленький, ты мой.
ты маленькая, да, малышка. Это да, наша собачка, наша собачка. Наша новая собачка. И они за твою жизнь уже новые. Этот новый человек. Да ёлки-палки, что ж вы так быстро бегаете? Я не успеваю. Малыши. Ну что, я поеду, наверное. Марина, все, говорите. Спасибо большое. Собачка замечательная. Такая красивая, такая вообще славная. Вот она уже совсем освоилась. Ну, замечательно. У меня тут вопрос только с кормлением. Ой-ой-ой, смотрите. Смотрите на нее. Чего они в приюте кушают? Потому что я, в принципе, натуральным кормом кормлю. Они кушают, они будут все кушать, ну, что... Ну, можно ей кашку, вот мы кашу с мясом даем. Туре нельзя. Ну, кашу вообще не рекомендуется собакам, знаете, вообще-то. Честно говоря, у нас все собаки до 17 лет доживали на таком рационе. Я вот как-то уже это... Ой, самое. Вы посмотрите, как она развалилась. Хорошая. Красота. Хорошая. Красотулечка, красотулечка. Сейчас мы тебя помоем. Все, и хорошо. Ты будешь пахнуть розами, розами будешь пахнуть. Да. Хорошая. Да, да. Ну все, компания, в общем, освоилась. Я рада. Я рада за вас. Поздравляю. По-моему, Наташа. Посмотрите, посмотрите, как она радуется уже вам. Ты моя маленькая. Вот, вот. Да ты же моя маленькая. Ты же моя хорошая. Да не ревнуйте вы, мы вас тоже любим. Все будет хорошо. Завтра я ее обработаю от блистов, все сделаю. Марина. Да. А там решайте. Добавляю мясо или филе рыбки, или варю что-то такое, вот там, типа желудочка. Сейчас эй, домой, Нелли, Нелли, домой уже домой пошла, да, уже домой пошла. Иди прощаться со мной, иди, малышка. Нелли, малышка, да, вот она под стать вашим. Давай, маленькая, давай будем прощаться. Ей сейчас, как говорится, ей не до меня уже, да, ей не до меня. Сейчас прям надо помыть ее, ведь. Только не простудите, нет, потом нет, не выпустите. Во-первых, в доме тепло. Пусть... Уже дома, у нас пол подогревной. И плыми сам, нет, не волнуйтесь. Нет, иди сюда. Иди сюда, Нелли. Да ей все, ей не до меня, пусть осваивает. Да. Иди, маленькая. Нет, давай будем прощаться, не малыш, не иди не сюда. Не иди, моя хорошая, моя красота. Давай прощаться будем, все. Да. Я не поехала. Прямо расставаться жалко. Такая хорошая. Сразу брыкай на спину. Брыкай на спину. И сразу на спину мы ложимся, да? Маленькая моя. Все, иди, у тебя замечательный папа и мама теперь есть. Ты в доме не была еще, да? Но она уже собиралась. Дом посмотрела, да? Дом еще не посмотрела, ласковая. Ой, как же таким... Кто? Кто? Кто славная такая? Кто запрыгнул? Приехала поздно вечером, а дома меня ждал голодный, сердитый кот.